Сколько я себя помню, я пользуюсь этим прибором. Обычно, когда ребенок кашляет, то не приходит в школу. А мне папа сразу ставит прибор, и пока мы едем до школы, я перестаю кашлять. Мы пользуемся прибором 11 лет. Мы больше не лечимся ни таблетками, ничем больше, кроме прибора. Мы даже не ставим прививки, профилактику ставим только на приборе. Когда я была маленькая, у меня очень болели зубы, и папа мне ставил на приборе программы, и у меня еще ломались зубы. Теперь у меня все зубы целые, и ничего не болит. А еще я очень редко теперь болею. У меня есть иммунитет. А то, когда я была маленькая, я очень часто болела.